Ну что, ребята, здравствуйте, здравствуйте, всех приветствуем. Мы продолжаем проходить в Вивере Хере, да? Игра очень короткая, будет две серии, скорее всего, или три, посмотрим. Мы прошли с вами шахматы, да, в прошлый раз. У меня не берется пленка до сих пор, я записываю подряд, поэтому вот так вот. Игра очень интересная, на двоих, кооперативчик, такой коротенький, прикольненькая игра. Кто не видел прошлую серию, там ссылочка в описании на плейлист, да, в принципе, и подсказка там в верхнем правом или левом углах на первую серию, подсказочка сильно плейлист, поэтому, Саша, поудобнее надевать педик обязательно, при этом сидеть до курса, прям еще педиков пить или питья воды, при этом просмотра, а мы, собственно, продолжаем данную игру, проходи данную игру. Так, у него, по идее, сейчас должен быть, как я знаю, вы скажете, откуда ты знаешь, посмотри первую серию, я там все объяснил, правда. Ну, прежде чем смотреть эту серию, посмотри первую серию, я там все вначале объяснил, прям все. Все объяснил, и понял, откуда я знаю, и тому подобное. Я все там реально объяснил. Не подумай, нет, я. В общем, я там все объяснил. Реально. Посмотри просто хотя бы начало. Но я как раз вот где с плитами. Давай, ебать, какое у тебя там это нахуй, да? Так, ну у меня тут цветочек. С ручками вверх и палочкой, потом буковка Т, второй символ, и от него типа две ножки. Вот это второй символ. Третий символ — это кружочек с плюсиком, который в конце заворачивается, он как хвост хамелеона, и ну как П или Л. Вот четвертый символ — это человечек в виде свечи вот этой. Я увидел. Сейчас, подожди, посмотрю, как открыть ее. Так, цветочек, что еще раз там? Подожди, у тебя, короче, идет типа кот с туловищем, правильно? Первое. Да, но буковка, у него туловище, как буковка И перевернута. Дальше идет залупа с, бля, палкой внутри, ну, наверху. А? Дальше типа челик, бля, да, блядь, марсианин ебучий. Ну такой, да, у него еще плоская голова. После идет свеча прямая такая, да, с углами, блядь. Руки в углах стоят, там кружочки вверху. Не кружочки, а ромбики. Угу. Ромбики. Нет. Ромбики. А последняя? Человек, ну, кораблик, на нем стоит какой-то человечек, у которого туловище как юбочка нарисовано. Так, давай, сейчас теперь выйдите, скажу, как проходить. Ебало. На середине точка. Ебать. Что? Ну, у него на голове это посередине точка. И антенка сверху. In the vestry. Чего, блять? Keep moving. North but watch your step. Смотрите, написано в западном углу, вы начинаете двигаться на север, но следите за своим шагом. В западном углу. Before the last. Сейчас все приведу. Чё, блядь? Я так понял, тут по два, короче, сразу. ТЛЕ. Мист. Хед. Ест, бля, пиздец. After
there's a two steps, steps take while take one step. Блять, вот towards towards the south head for the east turn, east turn, east turn, east turn wall, then you may turn the смотри, я короче перевел. Смотри, в западном углу вы начинаете двигаться на север, но следите за своим шагом. До последнего, пока туман не окутает вас, идите на восток. После этих двух шагов сделайте один шаг на юг. Направляйтесь к восточной стене, тогда вы можете сломать дверь. Блять, короче, я не понял. Я прошел две клетки и повернул налево, все, я умер. Ну, короче, теперь нужно было в западном углу начать двигаться на север, то есть два шага вперед сделать. После повернуть, типа, один шаг на юг сделать. И потом направляться к, до упора к восточной стене какой-то. И потом вперед можешь пройти, и там уже дверь была бы. У меня, по сути, это самая крайняя плита. На юг? Ну, вообще, у меня здесь компас есть. Ну, у меня тут есть компас, но он не обозначает сторону света. То есть, там не написано, что север. Ну, смотри, у меня есть компас на карте, есть N, это юг, блядь, он вверху, север внизу, E, я не знаю, что это, и W есть, слева W, справа E. N вроде север. Ну вот, справа, справа у меня E, слева W, вверху N, внизу S. M, значит, M это север. N это юг, а S это север, получается, вроде. Ну ладно. Ну вот, короче, вот так вот. Так, окей, что дальше? Театр, да, ебущий, блядь. А, там сейчас самое интересное. Сейчас ебучая самую не смешарик, куда поебашь? Че, ты готов? Да. А какой граммофон должен нажать, ебаный? Что, ты готов? Если что, выходите с кейпом. О, у тебя на сзади появилось. Бля, ну я вижу эту хуйню, блять. Так, что двигается? А этот, блять, замок, замок. Ебаш дальше, до упора, да-да-да-да-да-давай. Где будет написано, что обозначает. Давай, ебаш, слушай нахуй, не пизди, блять. Хорош, хорош, хорош. Все, все, все. Красный свет только выключи у себя там. Наоборот, выключи, блядь, еще раз нажми. Че там дальше? Наоборот, нажми еще раз красный свет. Все нормально, так постается. Бля, ебать тварь нахуй просто висит. Давай, давай, ебашь его, еще, еще ебашь. Еще, 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 еще. Еще ебани. Еще ебани его, короля. Кто больше не могу. Ну все, нормально. И там у тебя будет рычаг сцена.
Не-не, у тебя там, смотри, у тебя там рычаг есть рядом, сцена, его нужно нажать. Нет, смотри, ты послушай, там вот написано сцена 1, я нажимаю рычаг, она будет там меняться название? Пусть как я пойму, правильно или неправильно? Да, но у тебя будет сцена 2 написано там. Значит, было неправильно. А ты там по инструкции ебашь? Нет, я сам хотел. Бля, ну по инструкции нахуй ничего смысла там про. Ну давай. Челиков тогда вытаскивай еще, там челики должны быть вроде еще. Не, ну даже непонятно, какая тут закономерность вообще. Короля убирай и челиков добавляй. Да. Все, хорош, короля убирай. Бля, ебаный, это стрёмная хуйня. Короля убери, ебаный, блядь. Убирает? Да, убирается. Бля, ебать, стрёмная хуйня. Сцену нажимай. Все, нормально. Все, хорош. Вроде короля и королеву нужно вытаскивать. Блять, стрёмная хуйня. Нормально, теперь королеву давай. Блять, ебать. Бля, вот это хуя покемон ебучий висит. Давай, ничего пока не происходит. Давай, крути, ебаш. Все, сцену нажимай сцену. Бля, ну и хуйня, в чем закономерность вообще? Я не знаю, честно. Дальше все, король, королева, шут и замок должен быть, вроде как. Блять, ебаный рот. Ой, блять. Так, есть, король есть. Королева, шута и замок нужен, и все. Так, есть. Королева есть. А можешь подождать, пока тебе салон не съест? Ну ты охуел, что ли, блядь? Ты тоже, блядь, там, ну, заново не проходи. Ты будешь проходить с этих плит ебучих. Еще крути его. Близко, да. Еще крути. А близко? Еще крути. Все, хорош. Блять, не пизди, говорю, делай, блять, да, он чуть близко стал, ебаный покемон ебущий. Ага, и чё? И шуты. Бля, села тварь, смотри, сидит, блять, смотрит. Пиздец. Вот, всё. Еще шута нужно, шут нужен. Ой, сейчас, дай, подожди. Блять, тварь ебучая, нахуй. Я ж, блядь, так же буду хуй тебе подсказывать, блядь, что делать, блять. Ну, крути, ебать. Бля, специальный маш. В другую сторону, ебаный ты, блядь. Там не то, вешу. Все, хорош, цену нажимай. Все вроде. Да, сцену нажимай. А король меч, королева, замок. Сцену нажми, ебаный, блядь.
Сцену нажми. Это же третья сцена, да? Сцену нажми, еще четвертая, дальше третья сцена. Нажимай сцена. Красавчик, теперь убирай все это нахуй. А, нет, убирай только короля обычного, обычного короля. Убирай, ебать, это покемон ебучий, блядь. Бля, вот тварь нахуй. Бля. Вот ей король с мечом нужен, король с мечом нужен. Ну и чё, шут? Король с мечом. Король с мечом, блядь, нужен. А он сам убрался? Король убрался, вытащи, блядь, короля с мечом, блядь. Блять. Ну я не хочу нахуй попадаться ей. Ты хуйня, бля, покемон там ебач. Все, теперь сцена. Сука, давай. Ну, ебать, сцену нажми, пожалуйста. Там она близко уже? Ну нет, еще нет. Ну ладно. Ну ты заебал, ты можешь нажать? Просто заебал, будешь плиты проходить? Тут что-то не нажимать. Блять. Все, брат, короля теперь и, блять, это нахуй, кровавый свет. Вытаскивай короля быстрее, блядь, свет красный ебашь, и все нахуй. Все? Подальше короля ебашь. Ну все, больше не двигается. Блядь, отстань, нажми, блядь. Назад едешь? Да, в другую сторону еще раз ебани его. И сцену нажми. Ну, сейчас так залезли. Блядь, тварь ебаная, блядь, я тебе говорю, блядь, плиту будешь сам проходить, а рот ебал. Найс. Я уже запомнил. Я прыгнуть не могу туда. Там и подходишь, блядь, к этому, к самому люку и нажимаешь, и все. Вроде, тут вроде... О, салам алейкум, ёбаный. Не хватит затушить нужно тут. Вроде так было. Бля, нет, зачем так надо еще затушить факел вот этот ебучий. О, oh, let's go. Пока, ебать. Да уж, да уж. А, вот по секрету смотри, а ты один возвращаешься, не успеваю. Че, серьезно? Странная хуйня. Такая вот серийка была. Спасибо за просмотр, ребят. Такая игрушка была на прохождение. Это очень коротенько, кооперативчик. Так, чтобы разбавить. Напиши в комментариях, как тебе игрушка. В принципе, да, и как прохождение. Да, мы ее прошли, только в разных ролях. Я был за исследователя, а он был за библиотекаря. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте. Напиши, пройти нам в следующей части или нет. Будет интересно.